Засыпая, обязательно скажите то, что вы друг другу так нужны. Напишите, вы шепните, но не будьте острым, как ножи. Уходя, всегда вы обнимаетесь, ведь кто знает, что за поворотом. Меньше вы друг в друге сомневайтесь, пускай жизнь будет лучшим из полетов. Я хочу, чтобы вы все осознали, что вот вы, ваш человек и чудо. Вы судьба, которую познали, и неважно, Бог, Аллах или Будда, я прошу лишь понимать, что это все мгновение, зависшее над вечностью. Так что же мир подарит вам еще? Ведь он и так вас покоряет безупречностью. Не отпускайте в ссоре человека, ведь он с дырявой частью той души придет, словно поломанный калека. Вы просто подарите теплоты, и он останется. Он будет поражаться, как так бывает, что судьба наполовину, и никогда не перестанет он за вас сражаться. И если нужно, он подставит спину.